Как правильно мазаться грязью? Как принимать грязи? Совет от канала Реальная Качалка. Итак, друзья, я нахожусь на Мертвом море, и одна из процедур, очень полезных, помимо принятия ванн, да, в Мертвом море, это грязи. Вот видите, да? Но помимо этого надо еще правильно их принимать, чтобы была польза, чтобы не навредить себе. Так вот, первое, запомните, если у вас нет основных противопоказаний, да, о которых я напишу ниже под этим видео, противопоказания, то мажем для начала только суставы. То есть вы видите, да, плечевой сустав намазан, локтевой, колени, там у меня просто переломы, я все намазал полностью, и голеностоп. Дальше. Вы задаете вопрос, сколько надо по времени, чтобы находилась грязь, сколько в ней ходить. Ребята, минимум в спа и в салонах красоты, да, вот я интересовался, 15, 20, 25 минут находится. Но лучший совет для всех, которые как бы хотят очень правильно сделать, да, это лучший совет. Ну, время, можно и по времени, вопросов нет. При том, что на каждом пляже, если вы находитесь, есть часы, видите, да? Вот. Если будете принимать грязь. Или же, как вариант, можете с собой брать часы. Ну, а я руководствуюсь таким способом. Когда вы грязь доносите, она мокрая, видите, да? Сейчас. Но потом она высохнет и станет вот такой вот, покроется пленкой, видите, да? Как у меня на ноге. И вот, когда она покрывается пленкой, это говорит о том, что грязь можно смело смывать. Лучше всего ее смывать прямо в Мертвом море. Вы зашли и смыли там. Или же под душем. Запомнили, да? Вот она сейчас высыхает, вторая нога, смотрите. Коржами берется. Вот когда полностью все покроется, эти коржи уберутся. Точнее, будет все в коржах. Можно смело идти и смывать. Вот так вот. Запомните этот способ. Ну и с грязью не стоит перебарщивать. Это, я думаю, все знают, да? Вот, кстати, все принимают сейчас грязи. Если есть какие-то вопросы по принятию грязевых ванн, грязи, как мазаться, спрашивайте, я помогу и отвечу. Все, это канал Реальная Качалка, ставим лайки и подписываемся на наш канал.